Поворотная IP-камера ActiveCam 5123 способна вести видеотрансляцию с максимальным разрешением Full HD в реальном времени. Она оборудована трансфокатором с четырехкратным оптическим увеличением. Фокусное расстояние объектива составляет от 2,7 до 11 мм. Камера разработана для установки в помещении, но ее широкий температурный диапазон от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия позволяют использовать ее в неотапливаемых помещениях. На борту модель укомплектована функцией широкого динамического диапазона 120 дБ трехмерным цифровым шумоподавлением. Для работы в темное время суток есть ИК-подсветка с дальностью действия до 30 метров и механический ИК-фильтр. Скорость поворота составляет 100 градусов в секунду, наклона 60. Запись архива можно производить как на сервер Trasir, лицензия идет в подарок, так и на карту памяти, поддерживается объем до 64 ГБ. Питание камеры можно осуществлять по технологии POE. Также есть специальный разъем для блока питания 12 вольт. Спасибо за внимание. Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях. Ответим. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал.